Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем, ищи в суде твоем. Вот я в беззаконии, зачатого грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Охрапи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость веселья, возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и избавься беззаконие мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою, ибо жертву ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. О благодетельствуй, Господи, по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы, правда, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцо. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Первыми своими осенит тебя и под крыльями будешь безопасен. Щит и ограждение истины его, не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, зараза опустошающая в полдень. Падут под тебя тысячи, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида Василиска наступишь, выпирать больше льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, услышу его, с ним я в скорби. Избавлю и прославлю его, долготою дней насыщу его. Явлю ему спасение мое. Возложу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое, ухождение твое отныне и вовек. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молите Бога, Настя, ты. Умоляю Тебя, Господи Боже наш, прими нашу молитву к Тебе. Научи нас любить Тебя всем сердцем. За Голгофскую жертву Сына Твоего Иисуса Христа, пролившего за нас пречистую свою кровь. Научи нас помнить, что мы достояние Твое, драгоценность Твоя, искупленная Твоей, возлюбленная. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Боже всемогущий, наполни уста наши благоуханием, ибо мы должны быть запахом живительным на жизнь и запахом смертоносным на смерть. Чтобы мы помнили о тех людях, которых здесь нет, и которые не знают ничего из того, что Ты нам открыл. Соделай доступным этот опыт наш для других. Будь милостив к нам, Господи. Научи нас любить друг друга, как Ты заповедал, как самих себя. Благослови наших родных и близких, заботящихся о нас. А всех, кто нам встречался, кто принимал нас, кто оказывал милость нам недостойную, мы тебе. Милости, 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 милости. И только ты один знаешь, что ожидает нас, и с чем мы предстанем перед тобою. Помоги нам обнаружить и умножить наши таланты.
и для всего дары нам добрых помощников, наставников и советников. Открой наши глаза, чтобы мы видели красоту этого мира, сотворенного для человека и для наслаждения его. Аллилуйя. Исполни нас благодатью Духа Твоего Святого. Свернули с трассы на Пермь, которая идет. Даст Бог, сегодня будем в Перми. Сегодня 12 июля. 12 июля 2012 года. В этот утренний час мы просим Тебя. Исполни нас силой, ревностью о спасении своем и ближнем. Чтобы мы этот день считали последним. Что не будет более такой свободы в этой земле, которую она не видала и за тысячи лет. Жалься над нами, Господи. Помоги нам открыть глаза и увидеть все это, понять и донести до других людей. И через наши книги найди новые души. Мы ищем Твоего благословения, Господи. И прими эту нашу утреннюю молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное. Господи Боже наш, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господь и Бог наш Иегова, Авва Отче, мы просим Тебя, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй, и соделай так, чтобы обстоятельства содействовали нашему спасению. Без Тебя мы ничто, и сеющие, и поливающие ничто, но все Бог возвращающий. Да не будет напрасным наше движение, да не превратится оно в бестолковую суету. Но наполни все наши движения глубоким смыслом. Аллилуйя! Боже, Владыка всемогущий, говори с нами, слушай, раб Твой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий.